Во дворе клиники А-Виктория состоялась торжественная церемония, открытие которой включало в себя выступление творческого коллектива ансамбля «Хасавюрт», а также официальную часть с выступлениями почетных гостей мероприятия, в их числе представители городской администрации, общественные и религиозные деятели. В своем выступлении заместитель главы администрации муниципального образования город Хасавюрт Тагир Гаджиев поприветствовал всех присутствующих от имени главы города Зайнутдина Акмазова и поздравил учредителей медицинского учреждения. Сегодня мы собрались в этом прекрасном, скажем, новом здании, где будет кипеть работа, будут исцелять наши дуги, нам будут давать нам поправить здоровье. Всем, вот кто живет особенно поблизости, здесь могут прийти и поправить, наверное, свое здоровье. Свое мнение и слова напутствия также выразили начальник отдела инвестиций муниципального образования город Хасавюрт Гасан Нутулханов, управляющий аппаратом администрации Гаджиев Магомедов, имам квартальной мечети микрорайона поселок Ветеран и другие гости мероприятия. По словам учредителя медицинского центра А-Виктория, врача-психолога Нины Гудзовой, идея открытия зародилась еще более 10 лет назад и стала возможным благодаря приложенным усилиям единомышленников только сейчас. В течение всех этих долгих лет строилась инфраструктура, здание сооружалось. На момент знакомства, когда мы познакомились с Анжелой Магомедовной, собственником данной А-Виктории, уже практически большая часть работы была проделана. Однако было просто здание без оснащения, без оборудования. Вот. И надо было найти персонал. Путем тщательного отбора, подбора персонала мы отобрали. На сегодняшний день центр является соматическим, в нем будут в основном проходить консервативное лечение. Современные палаты, квалифицированные специалисты и передовое оборудование, по словам учредителей, должны сделать пребывание пациентов в клинике легким и комфортным. Расул Гаджиев, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».